Всем привет! Каждый радиолюбитель сталкивался с ситуацией, когда нужно собрать какое-то сложное устройство, а макетная плата для этих целей уже не подходит. В таких случаях без печатных плат обойтись довольно сложно, а платы, изготовленные в домашних условиях, часто не соответствуют требованиям. В этом видео мы узнаем, где и как можно заказать изготовление качественных печатных плат. Поехали! Самый оптимальный вариант – это заказывать изготовление печатных плат в Китае. Я хочу вам представить сервис PCBGoGo, который является спонсором данного видео. На протяжении 20 лет PCBGoGo является лидером по производству печатных плат и является самым опытным производителем в Китае. PCBGoGo изготавливает печатные платы, а также предоставляет услуги по установке компонентов и сборке готовых устройств. Печатные платы имеют высокое качество и соблюдают высокие стандарты при производстве и сборке. Стандартное время изготовления печатной платы составляет 1-2 дня. Срочный заказ может быть изготовлен в течение 12-24 часов. Компания имеет 3 фабрики и более 400 сотрудников, поэтому печатные платы будут изготовлены вовремя. Доставка заказа осуществляется по всему миру любым удобным для вас способом. Давайте перейдем к сайту PCBGoGo и рассмотрим возможности, которые он предоставляет. Итак, перейдем в заказы. Первое, что мы здесь можем увидеть, это изготовление печатных плат. Но это мы рассмотрим чуть позже. Следующая услуга, которую предоставляет данная компания, это сборка готовых устройств. То есть установка на печатной плате всех необходимых компонентов. И компоненты может предоставить как сама компания, так и вы можете предоставить все необходимые компоненты. Следующая услуга – это создание печатных плат на основе гибких шлейфов. Следующая услуга – это изготовление трафарета для SMD-печати. Для того, чтобы совершить заказ, нужно пройти простую регистрацию. Нажимаем на кнопочку «Join Free». Здесь вводим email-адрес, а также нужно ввести пароль. После чего нажимаем «Next». На указанный почтовый ящик должно прийти письмо с кодом верификации. В полученном письме копируем код и вставляем его в окно верификации. Нажимаем «Верифицировать». После этого мы переходим в личный кабинет. И первое, что мы можем увидеть, это то, что у нас уже есть скидочный купон. Можно на него посмотреть. Вот этот скидочный купон, и его можно использовать при первом своем заказе. Давайте сейчас сделаем этот заказ. Переходим на сайт, в раздел «Заказы печатных плат», и давайте более подробно рассмотрим этот раздел. Можно выбрать различные материалы, на которых будет изготовлена печатная плата, как стандартный текстолит, так и алюминиевая подложка или медная подложка, или любые другие, которые вам будут удобны. Также одна из функций, которая мне очень понравилась в этом сервисе, это то, что в одном заказе на одной плате можно разместить несколько схем. Другие сервисы не разрешают размещать две платы рядом друг с другом в одном заказе, то есть это должно быть два отдельных заказа. Здесь же это возможно. В данном случае у меня только одна схема будет в одном заказе. Размеры 100 на 75 мм. И количество 5 штук или 10 штук – это одинаковая цена. Но я выберу 5 штук. Количество слоев и тип текстолита я оставляю без изменений. Все остальное тоже без изменений оставляю. Цвет можно менять при желании. Он практически не влияет на цену. Давайте сейчас посчитаем, во что это нам обойдется. Итак, стоимость изготовления $5. Я живу в Украине, поэтому я выбираю страну доставки Украина. И, как вы видите, есть очень много вариантов и сервисов, которые можно использовать для доставки. DHL будет намного быстрее действовать. Можно выбрать, например, China Post. И стоимость доставки тогда будет немножко другой. Всего лишь $8 за доставку. Попробуем изменить цвет. Допустим, пускай будет черная плата. На цену это никак не повлияло. Но зато появилась возможность быстрого изготовления в течение 24 часов за $57, если вам это нужно. Давайте сделаем заказ. Все остальное я не буду менять. Нажимаем «Добавить к корзине» и «Добавить Gerber файл». Вот файл, который уже создан, мой проект. Он загружается. Так, подтверждаем заказ. И заказ сейчас находится в стадии проверки. Проверяется Gerber файл, нет ли в нем ошибок. После этого появится возможность оплатить заказ. И через некоторое время печатные платы будут отправлены. Поэтому заказать печатные платы в Китае совсем не сложно. При этом качество идеальное получается.
со всей шелкографией, с переходными отверстиями, двухсторонне сделать такую плату дома в домашних условиях абсолютно невозможно. Поэтому я рекомендую сервис PCBGoGo как один из лучших. А я вам желаю успехов, пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока!